Прикинь. Я хочу опять по крышам бегать, там бей, гонять. Ой, перестань. Не могу. Ничего не можешь. Слушай, это... Там. У тебя тоже звук есть. Чё, куда? Hot Spring. Мне вот это здание больше нравится. Здорово, пацаны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Чего? 30. Со мной? Их очень много. Нашел пушку. Поможет ли он мне выжить? О, это около меня. У тебя в доме или нет? Нет, вроде, пока нет. У меня вот передо мной дом, двушка, трёшка. У меня в доме. Вижу. Не вижу, вижу. До свидания. Перезаряжаться тут. Или это ты? У тебя ребенок? Да, ещё один. Пацаны. Право. Хорошо. О, еще один же ползает. Он уже сам к тебе пополз. Типа убей меня, пожалуйста. Че у тебя? По 5 очкам ничего. По 5 очкам? Не. Какие? Только свои патроны, которые наверху нашел. 70 штук. Идёшь. Реально говорю, у меня только 77 штук патронов. Ладно, буду съем. Куда ты побежал? Да. Пусть я не отступаю. Там еще домики. Домик. Какой домик? У меня здесь народ, а у него там домики. Я не свои шкуры рисковал, прикрывая тебя. Да если бы не я, то учил они СЛР. Да конечно, я бы не убил, но что ты было, я флоу. Сзади! Чё делаешь, ты дебил что ли? Не пугай меня. Никогда. Не трогайте меня. Смачную личину. Не трогайте меня, я испугался. Надо подщечину надставную на снайперку. Подщечину, да. Иди сюда. Дома, вон у нас тачка есть еще, если что. А я вижу. Мне нужен армор. Ой, я нечаянно. Броня я второго. Я же приготовился к тому, то, что ты сейчас заорешь там. Тебя спасать. Броня второго, иди ко мне. Да, 135 метров, это что так далеко? Там кто на троп вызывает? 245. И самолет летит как раз. Вон летит самолет. 320. Вон еще два, вторая. Две точки-то, смотри. Кому сбросить, интересно? Делай ставки. Первому сбросить или второму? Первому. Что, сбросил уже, что ли? Не сбросил же. На том. А это раньше появилась точка, которая сейчас летит. Мне кажется, ему сбросить. Вон, да, бросил. Он скинул. Да-да. Та точка раньше просто появилась. Чел бежит! На Н в дом забежал. Нет, здорово, в дом с соломенной крышей. Понял.
Он выбежал. Он вижу. Угу. Тут окна видно, слышу в этом доме? Отсюда. Только его не видно. И меня, кстати, должно быть не видно. Я за кустиком. Что, мне кажется, он в доме сидит. Я окна буду смотреть. Ты... Вон он, да, он в доме, на втором этаже. На 335. Я тоже попал. Я походу ему шлем. Да, я походу ему шлем снес, а ты это. Не знаю, если честно, я вообще в пиксель стрелял. Видел там, что вроде выползало. Но он один был. Можно к нему пойти. А, он не в круге. Надо в круг идти, слышишь? Можно тачку взять. Будем тачку брать, нет? Думаешь, имеет место быть, если у нас тут горы, скалы? Ну, спину хоть прикрывать будет. И парковать можно. Ну ладно, пошли. Добежать до нее. О, что разбега. Это? Разбежавшись, прыгну со скалы. А в воду попадем, нет? Ты меня поднимешь, если что? Ну-ка, спустись вниз. Я воду хочу прыгнуть, попробовать. Я хочу горы отдавать. Я хочу прыгнуть в воду. Я хочу. Я очень. Не, не вариант. Ты мою мечту сломал, понимаешь? Я хотел это сделать. Тебе сейчас так повезло. Нет, честно, честно. Надо найти острый уголок, короче, и можно долететь. Через мост или по контролю мост? Либо его со стороны по контролю. Сзади нас что-то едет? Да. Да. Ой, я карту открыл. Вышли. Горит вон кто-то. В машине тоже сидит. А нет, он один. Угу. А почему его было? Двое было. Внизу. Понял. Нет, не внизу. Он, или нет? Внизу. Он нырнул, походу, вниз. Он по тачке стреляет, слышишь? Погоди, это вообще глухие выстрелы, откуда-то он. Домов. Давай в нашу тачку и поехали, вон дома заедем. Все плохо. Откуда? Ой, мне прям в лоб дал, слышь. Откуда это? Кто-то меткий, кто-то киберспортсмен прям. Лечись. Дом, который около меня. Ага. Он стрелял на ходу. Или думаешь, он киберспортсмен, который пересел с руля на пассажирское и херачил? Блин, вот так сделал. Ну, смотри, у нас в спине что-то. Может, даже в домах у нас. О, дроп стоит. Хочешь взять? Вот он. Чел, чел, за камнем у тебя прям там двое. Прям около меня, что ли? Угу. И вон там чел, короче, за забором. Все плохо. Вон там за забором чел на 160. И около домов бегают. Ух ты, нихера, слышь. У них, походу, что-то мощненькое. Прыгай быстрей. Едь. Блять. Я тебя он не буду. За зону бегу. Ладно. Есть лучше зону от себя бегу. Ну я уж вряд ли вытащу, конечно. 19 же. Я промахнулся, я миснул, я право от него дал. Блин, обидно. Или есть лестница на второй этажке? Нет, только подвал. Подвал тоже можно. Тоже устраивать.
Я кого-то сбил там еще, пока ехал. Ну, это сковородка прям под костюм. За песней даже, да? Рядом. Вот, слышишь? Ага. Нет, по улице бегает. Вон он. Еще один бегает. 20 секунд круг пойдет. Или что-нибудь. Беги нахуй. Ты черный плащ. А ты говоришь, зря дым кину. Опа, полетели по мне. На меня охота, походу, все открыли на меня охоту. Опа, это я возьму. Зря, сейчас прям на них упадешь. Тихо. Гениально. Хорош. Закроется, пока смотри вверх. Я в круге, в принципе. Он там был, я видел. Вон сверху на горе, на горе, на горе, на горе. Видишь, гора? Угу. Хорош. Он сейчас. Он сползает, он не один. Его сейчас поднимут. 50 секунд. Мне в круг надо. Да, ты сместись, уходи в спину туда назад, по левой части. Угу. Коррект. Обидно. Шанс. Ладно. Оттуда ждали, оттуда ждали. Да я слился глупо. Тебе будет не стрелять, естественно. Я 10 тысяч шагов сегодня сделал, имея при этом маховики. Нормально. У меня сразу 47 уровень этого лайтовского. Че, и маску дали, короче. А, это вот эта павлина? Я не хочу в них ходить. Можно я ее поменяю? Она очень страшная. Она очень страшная. Лучше так оставлю.